Войсковая часть 5526 является правопреемницей 146-го отдельного специализированного моторизированного батальона милиции внутренних войск МВД СССР, созданного еще в конце 80-х. За эти годы изменилось многое, однако неизменной была и остается главная задача – обеспечение безопасности граждан. Ситуации, в которых может проходить работа правоохранителей, бывают самые разные. Очень важно уметь сделать правильный шаг в нужный момент. По прибытию в части внутренних войсках новое пополнение – каждые полгода проводятся комплексные занятия по доведению мер безопасности при проведении различных мероприятий, как и хозяйственной направленности, так и на занятия по боевой подготовке, так и при выполнении служебно-боевых задач. Каждые полгода подобные инструктажи проводятся со всем составом части, который, разделившись на несколько тематических групп, проходит подготовку по своему направлению. На 8 образовательных площадках представлен целый комплекс мер, позволяющих сохранять жизнь и здоровье и граждан, и правоохранителей. Спектр получаемых слушателями навыков довольно широк. Данное учебное занятие проводится раз в полгодие. На нем наглядно показывают, как себя надо вести техники безопасности на автомобилях, в автопарке, на хоздворе, при работе с электроинструментами, при патрульно-постовой службе. Проведение подобных инструктажей – это хороший повод еще раз напомнить молодым правоохранителям о правилах поведения в самых различных ситуациях. Ведь главное, к чему стремится руководство войсковой части 5526, чтобы каждый военнослужащий, пройдя свой армейский путь, вернулся домой живым и здоровым. А полученные во время службы навыки помогут не растеряться и принять верное решение в экстремальных ситуациях не только во время службы, но и на гражданке.